Всем привет, меня зовут Саша Ковтуцкая, и в этот раз мы решили снять блог о том, какие есть идеи подарков на Новый год. На самом деле, я безумно обожаю выбирать подарки, для меня это целое дело. Очень важно всегда учитывать, что нравится, чем увлекается человек. Возможно, вы вспомните, что ему было нужно или что ему нравилось, когда вы вместе ходили по магазинам. Такие детали, иногда просто кинутая вскользь фраза, могут очень помочь. Кстати, еще одна из самых главных вещей – это оформление, потому что просто пакет, в который вы положите даже самый дорогой подарок – это слишком просто. Да и выглядит это не так эстетично. Первая идея для подарка – это сертификат на поход в спа, на татуировку, пирсинг или абонемент в зал или бассейн. Это подойдет только если тот человек, которому вы выбираете подарок, очень давно хотел этого и вы знаете об этом. Можно его красиво оформить в конверт, который после положить в коробочку со сладостями и спрятать в самый низ. Как по мне, это было бы очень неожиданно и приятно. Второй вариант – это планер недатированный. Если ваш близкий ведет блокнот и все записывает, во-первых, это очень удобная вещь, можно найти необычный дизайн, и то, что он недатирован, тоже круто, потому что он не привязан ни к году, ни к месяцам и так далее. Можно добавить к такому подарку какую-нибудь красивую ручку, стикеры, закладки, это будет и недорого, и очень круто одновременно. Кстати, этот подарок можно обыграть так, что первым днем как раз будет тот, когда вы подарите этот подарок, заранее распишите планы на этот день с этим человеком, поход в кино или по магазинам, готовка всяких имбирных пряников, печенья, просмотр любимого сериала или даже поход на каток. Такое человеку подарит просто незабываемые эмоции в этот день. Мне такое не дарили, но мне кажется, что это супер классный вариант. Третья идея – это подарить годовую подписку на YouTube или Netflix, особенно если тот, кому предназначен такой подарок, любит смотреть всякие сериалы, слушать музыку. И согласитесь, что не всегда нам хватает средств, чтобы побаловать себя такой приятностью, а вы осуществите его мечту. Четвертая идея – это бокс со всякими полезными и милыми вещами. Вы можете его заказать, сейчас таких полно в Инстаграме, но лучше, конечно, сделать своими руками. Например, купить небольшую коробочку, в которой аккуратно разложить разную или уходовую косметику, или всякие вкусности, фрукты, сладости, шоколад. Как дополнение это может быть или чашка, или книга, натуральный кофе, чай, сухофрукты, миндаль, корица, в общем, все, что вашей душе угодно. Оформить все это в одном стиле, и это будет нереально сказочный подарок. Пятая идея, если вы не знаете, что подарить, например, своему парню, и он увлекается видеоиграми, приставками, то это может быть какая-то вещь, связанная с таким его хобби. Это может быть или чехол для AirPods в виде джойстика, или тематический свитшот, главное, чтобы это относилось к его теме. Или какие-то дополнения к игре, что-то, что он очень давно хотел и ждал, но, возможно, не хватало средств. Шестая идея – ночник, но не обычный, а в виде луны. Если вы знаете, что тот, кому вы выбираете подарок, не любит засыпать в темноте или обожает такой декор, то это может быть отличная возможность. Например, я тоже хочу себе такой купить, но как-то не доходят руки, вот просто банально забываю выделить на это бюджет или просто забываю об этом. Седьмая идея – термокружка или термочашка. На улице уже очень холодно, эта вещь хоть и супер популярна, но есть далеко не у всех до сих пор. Кстати, не ограничивайтесь стандартными, сейчас можно найти уйму дизайнов на любой вкус и цвет. Если это будет в новогоднем стиле, то тоже круто, и когда человек будет пить какао из этой термочашки или чай, то, скорее всего, будет вспоминать о вас. Сюда же можно отнести ланчбоксы. Его можно просто завернуть в подарочную упаковку, а внутри положить разные вкусности. Особенно такой подарок подойдет тем, кто работает в офисе и берет с собой еду, или просто следит за правильным питанием. Восьмая идея – это гирлянда с прищепками, на которые можно прикрепить ваши совместные фотографии. Ее можно повесить над кроватью. Такой подарок 100% будет крутым для любимого человека и создаст невероятную атмосферу в квартире или в доме. Девятая идея для подарка – это смарт-часы или фитнес-трекеры. Вещь супер полезная, особенно для тех, кто следит за своим здоровьем. Плюс, если человек занимается спортом, то мне лично кажется, что это будет просто 100% попадание. И последняя, десятая идея – это холдер или органайзер. Например, для парня это может быть холдер для стаканов автомобильный. Очень крутая вещь, особенно если он человек занятой и заезжает за кофе, которое потом берет с собой в машину. Или холдер для проводных наушников.
А для девушек это может быть органайзер для косметики. Думаю, что почти каждая согласится, что порядок в косметике очень сложно поддерживать. Или для санитайзера. Тут уже кому что ближе. Хочу сказать, что самое главное – это прислушиваться к человеку, которому вы выбираете подарок. Обращать внимание на всякие «хочу» и «нравится», когда вы что-либо обсуждаете. Это очень важно. И, конечно, стоит потратить чуть больше времени на оформление и атмосферу, потому что самое главное в этом – это эмоции.